Заниматься ли подобным на ОНФП решать только вам. Зашел я, значит, в мэрию и устроился на работу механика, которая доступна с 3-го левела. Арендуем тачилу за 250 баксов. Как только сел в тачку, сразу же вижу заказы. Мы можем на них выехать с помощью команды Go Mechanic, указав ID. Чел находится в порту Лос-Сантоса. В нашей работе также имеются различные команды. Смотрите, какое смешное имя я себе сам поставил. С помощью команды F-Contract мы можем залить себе топливо. Думаю, 10 литров, например, будет достаточно. Я приехал на вызов и починил челика за 1,5 косаря. Он поехал. Автобусе ко мне удалось починить за 100 вертов. А с заправки я заработал 10 косарей.